заранее извиняюсь за низкое качество графики. Просто мой компьютер не хочет нормально тянуть Fortnite. Ведь даже такая требовательная игра, тут такая реалистичная графика. Так еще частенько помелькают вот такие вот шикарные фризы. Как любой проигрок в Fortnite, летим в рандомную точку и надеемся, что нас не убьют. А теперь просто уходим, стараясь не прятаться. Ведь и кто-нибудь стрелять в новичка, у которого нет оружия. Не, ну нахер, я леваю. Ну, не знаю, что сказать. Люблю чай. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Так, а может быть не надо ломать пол под собой? Так, а может быть надо ломать пол под собой? Я знаю, что говорю так, как будто бы не спал ночью, но я реально не спал этой ночью. Итак, всем привет, сегодня мы играем в евреев. Блин, эту игру точно не создала Hitler Game Studios. Так, протестируем местную физику авто. Господи, как же все плохо! Пожалуйста, умри, я тебя умоляю. Это киберпанк на PS4? Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Эта игра только что унизила мой жесткий диск. Короче, я решил... Ведь, может быть, поймаю какой-нибудь самолет, воздушный... Как там его? Воздушный... Воздушный автобус, ну или, может быть, просто какую-нибудь маршрутку из Залыча в Мухосранск. А чтобы никто до меня не добрался, сломаем эти доски. Я просто молчу.